Жизнь-перезагрузка. Так называется благотворительный забег, большая часть которого пройдет в предгорьях Кавказа рядом с побережьем Черного моря. Каждый день в течение недели Петру придется пробегать настоящую марафонскую дистанцию в 42,2 километра. Максимальный дневной пробег может достичь 80 километров. Автор проекта решил возложить на себя такую нагрузку для поддержки детей с особенностями развития из фонда «Синдром любви». Очень хочется символично собрать по рублю на каждый метр пройденного пути и таким образом поддержать детей с синдромом Дауна. Я хочу попросить вас поддержать меня на этом забеге, потому что каждый рубль я буду чувствовать, и он будет придавать мне сил, чтобы вместе с вами достичь поставленной цели. Стартует марафонец 23 февраля из Анапы. В Сочи он планирует прибежать 1 марта. В настоящий момент в пользу проекта уже перечислено более 81 тысячи рублей. Поддержать забег и помочь собрать необходимую сумму для подопечных фонда можно на сайте сделай.орг.